Здрасте, это Настя. В этом видео я буду перевоплощаться в Эмму. Поскольку MCR вернулись и почти выступили на Ю-парке, то вполне резонно возвращать 2007. Что я делала в 2007 году? Начнем с того, что мне было 11 лет, и себя как личность я еще не нашла. А вот уже с 2012 начинается полный движ. Я никогда себя не ассоциировала с какой-либо субкультурой. В моем внешнем виде смешалось все, что я в то время начинала слушать. Подростки слушают музыку, смотрят на музыкантов, копируют их стиль и одеваются в похожие шмотки. Все просто. Вот так я выглядела лет в 16-17. Можете оценить пока что. Как вы думаете, внешний вид мой мог относить меня к эмо, к какой-то вообще субкультуре? Потому что, я повторюсь, я никогда себя не считала эмо, хотя меня так называли. Потому что некоторые элементы, я согласна, были в моем образе. Но так, чтобы полностью... Хотя, знаете, говорят, что true эмо никогда не назовут себя эмо. Однажды моя мама сказала, что в этой футболке, я ее, конечно же, порезала, как мне надо было, как я делала почти со всеми своими вещами. Так вот, что я в этой футболке похожа на какого-то скейтера. Ну, а я что? Если хотите, я когда-нибудь потом расскажу, возможно, сниму отдельное видео про мое становление в стиле, музыкальное становление, потому что это все тесно связано. Ну, а сейчас пора браться за дело, я что, зря выгляжу так кавайно? Я, конечно же, выбрала не самый лучший день для демонстрации макияжа, потому что прыщи привет. Но все-таки Эмма и Sin Kids, как мы говорим, да, были люди-подростки. Люди-подростки, у которых прыщи — это нормально, сказал подросток, которому почти 25 лет. Начинать будем с тона, беру какой-то тон, вот такой, вы можете брать любой, как всегда, я не буду показывать вам название фирм и продуктов, это просто тональный крем. Кстати, для этого образа мне понадобится, наверное, самое меньшее количество продуктов, чем для какого-либо другого образа, который я делала. Сейчас тональным кремом нужно замазать буквально все, включая губы. Beautiful. К слову, я никогда не пользуюсь тональным кремом. Я не считаю это нужным для моей кожи. Я пользуюсь только точечно консилером и припудриваюсь, и все. Не люблю это ощущение, когда на лице вот много всего. Ну, как всегда, конечно же, по хардкору никаких кистей, потому что какие кисти в 2007 году? Кто их использовал? Скажите мне, тем более бьюти-блендеры. Вы о чем, ребят? Но. Я бы думала использовать еще консилер, но кажется, этого будет достаточно. Обычно я начинаю рисовать на лице именно после там тона всякого консилера. Первое, что я делаю, это брови. Но здесь я в небольшом замешательстве, потому что я даже не помню, какие брови были у Эммы. Может, мне загуглить? Так, после небольшого ресерча я выяснила, что брови-то почти не трогали, они были не тонкие, потому что здесь, знаете, есть очень тонкая. Есть очень тонкая грань между Sin Kids, были такие сумасшедшими начесами, и Эмма. Вот у Sin Kids были тонкие брови, у Эмма почти вот не трогали, но я все-таки подведу, потому что у меня немножко сбриты кончики, они уже отрастают, но я заполню. Все, брови на лице уже есть, но мне кажется, немного перестаралась, и они получились темными. Но это легко исправить. Просто поверх сейчас нанесу немножко пудрочки. Мне снова 12 лет. Приступаем к основному. Это тени. Они будут черные, и все. Просто черные тени. Кто там? Тени на месте, но плюс ко всему этому добру нам, конечно же, нужен eyeliner. Because without eyeliner, you're not a true emo. Это самый простой макияж, который я когда-либо делала. Теперь буду краситься так каждый день. Будем делать стрелку или не будем? У меня подводка немножко, конечно, засохла, поэтому будет решать она, стрелка будет или нет. Подводка немножко печет, но чего не сделаешь ради видео. Я забыла тушь.
Минуточку, пожалуйста. Кстати, вам не кажется, что вот если брать три субкультуры, Синкидс, Эмо Кидс, ну или просто Эмо и Гот, то готический стиль, он лучше всего интегрируется именно во взрослую жизнь и не выглядит при этом нелепо, потому что... Ну, представьте, вот вам 24, вы выглядите как Эмма. Макияж, мне кажется, еще очень даже ничего. Но весь образ, можете себе это представить? Я нет. Но поскольку с макияжем это все, не будет никакого ни контуринга, ни губ никаких я буду не буду дополнительно красить, ни хайлайтера, то надо приступать к волосам, потому что это не волосы Эмма. Слушайте, а неплохо. Сейчас мы пока гранжуем. Пау-пау-пау-пау-пау. Итак, волосы у нас выровнены. Пробор также сделан на одну сторону, но этого недостаточно, потому что волосы нужно начесать. Чем больше, тем лучше. Опять же, я не видела, чтобы у Эмма были там очень такие сильные начесы. Это, скорее всего, у Синкидс. Но сегодня для усиления образа я буду делать начес. Честно говоря, это самая нелюбимая моя часть. Я не люблю заниматься волосами. Да, я крашу волосы, но я ненавижу это делать. О, я ненавижу этот процесс. Но я должна это сделать. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Так, короче, я закончила, это все, что я смогла сделать. Если вы думаете, что это просто, вот этот весь хайер делать, то это нифига не просто. Окей, и почему мне это очень нравится? Можно было еще больше начесать, еще больше. Но нет, мы остановимся на этом. Хотя, нет, мы на этом не остановимся, потому что у меня есть вот это. Накладные пряди волос. Не удивляйтесь, я красила их самостоятельно, потому что в магазине я нашла только обычные цветные пряди, а вот таких вот енот там не было, поэтому пришлось DIY. В принципе, все как и в то время. Это мой первый опыт. И я все задокументировала. Так, друзья мои, теперь нам осталось добавить пару аксессуаров и одежда, конечно же, это основное. Вот это, кстати, купила тоже специально для этого образа и никогда в жизни не носила вот такие чокеры. Я сегодня делала очень много вещей, которые я никогда в жизни не делала. Кажется, я закончила. Давайте перечислим все, что на мне есть. Snake Bites, как это называется, тогда было очень популярно, поэтому... Вот, пожалуйста. Бантик, потому что бантик должен быть обязательно. Это должен быть либо бантик, либо такая скелетообразная рука, знаете. Гетры на руках, они полосатые. Немного чокеров и самодельное украшение. Я вот это делала сама. И большинство гардероба, который на мне сейчас надет, я делала все сама. Это все я нашла у себя дома. Друзья, пожалуй, на этом все. Мой образ закончен. Ставьте лайк этому видео, если вы узнали себя в таком образе в подростковом возрасте. Ставьте лайк, если вам 35 лет и вы хотели бы так выглядеть. Ставьте наконец-то лайк, если вам 35 лет и вы так выглядите и просто радуетесь жизни. Потому что только сейчас, примерив этот образ на себя, я поняла, что он офигенен. Ну и по традиции хочу пригласить вас в свой инстаграм, потому что там я более активна, чем на ютубе. Там выходит очень много всяких ништяков, включая
составляя каждый месяц плейлисты в HDTV. То есть, что я слушала за последний месяц. Это видео не выходит здесь, потому что все просто, предельно ясно. Авторские права на YouTube. Плюс ко всему, постоянно я выкладываю там мини-рецензии прямо в ленту Инстаграма. Но это не просто мини-рецензии, они сопровождаются тематическими фотками. То есть на фотках я изображаю либо персонажа из фильма, либо это фотографии каким-то образом связаны с сюжетом фильма. Если вы поставили лайк, то, конечно же, подпишитесь и дропните абсолютно любой комментарий вот там вот внизу. Ну все, всем пока.